Москва – один из самых крупных мегаполисов на Земле. Решения градостроительных задач не всегда лежат на поверхности. Развитие метро способно преобразить Москву. Метрополитен всегда являлся не просто средством передвижения, а предметом гордости, исключительным примером подземного зодчества, настоящим произведением искусства. Принципиально пересмотрев саму концепцию мегаполиса, градостроители разработали стратегию полицентрического развития столицы, которая включает развитие метрополитена. Метро – один из самых быстрых способов передвижения в любом крупном городе. Сегодня время ставить перед московскими градостроителями новые сложные задачи. Грандиозный этап строительства нового метро увеличит протяженность линий на 160 километров в ближайшие 5 лет. 127 строительных площадок, 35 строящихся станций, 4000 специалистов, миллионы кубометров бетона и арматуры. Это крупнейшее по масштабу строительство за всю историю столичной подземки. Воплощая смелые замыслы архитекторов, метростроевцы прорубают тоннели в толще земли, заливая их светом, наполняя движение. Каждая станция метро становится своеобразным ключом к решению транспортных проблем и стимулирующим фактором развития новых территорий. Следуя архитектурным традициям, к дизайну станций отнеслись с особым трепетом. Связав воедино старую и новую Москву, метро откроет широкие возможности для сотен тысяч жителей столицы. Расширение и развитие метрополитена – важнейший шаг на пути превращения Москвы в современный мегаполис, комфортный для каждого жителя. Развивая город, мы улучшаем жизнь москвичей.